вот поезд подъехал. У меня вагон номер 3. Это сейчас, грубо говоря, весь состав идти. Ласточки в Питер. Это вот русский Альский экспресс. Мне вон туда дальше, где двухэтажные. Ну, сейчас в Москве плюс 23 градуса тепла. Переменная облачность. Утром посмотрим, сколько будет в Выборге градусов. На всякий случай прихватил теплые вещи, потому что погода там изменчива. Так, мне еще чуть-чуть осталось идти. Вон мой первый, третий вагон.